знает, как состав заходит в линии ДПО. Метро у нас получает напряжение от контактного рельса. Вот он сбоку идет, видите, проходит. Вот он, накрыт желтым кожухом. И вот сейчас хорошо видно сбоку лапки так приемников, как он трется от него. Вот сейчас справа от него контактный рельс. Вон, искры там летят. Вот видите, заискрился как хорошо. С той стороны. Не, вот это вообще старый, это будет здесь сконцентрировано много всего, но по-другому сделают. Сейчас мы проедем мимо того места, где мы пешком пути переходили. Это просто алкаш какой-то. Просто он напал на стену. Это какой-то пьяный дядька. Ну, видно по нему. Он подошел, начал снимать. О, все. Он подошел, сказал, что у вас за сбой еще? Говорю, вам, зачем, что вы хотите? Сейчас, говорит, у вас будут проблемы. Да, понятно. Так что не зря я снял. С ними. Потом, в принципе, ничего бы, если бы он не сказал, то сейчас я тебя... Ой, я цензурный уже, не цензурный сказал, я тебе сейчас как один спросил. Это, собственно, как бы, было решение, да. Момент, получается. Да. Какой угол? Это уже угроза... Жизни и здоровью. Физическая расправа, ну не физическая угроза расправа, физическая. Но угроза, да. Вот, пожалуйста, да, вы его повязали, да. Отлично. Если подошел, Малый, пьяный, когда вот он сказал, что пьяный. Вам нужен перцовый баллон. Я метро, чтобы там полстанции. Он у нас на Арсе тоже там искали. Ну, кстати, да, вот я не подумал, а так гражданские ведь могут на него же не лицензии. В любом случае станцию могут закрыть из-за перцовочки. Ну да, потом меня закроют, да? Да. И там, кстати, с перцовкой. Вот сейчас мы проезжаем прям под. По подвалу этого, ну, практически. Дома, под домом. Да. Под домом. Вот. Да. Выезжали на Комсомольске, именно по этому пути шел первый. О, пошел. Первый, да, будет свет. Было аварийное освещение, теперь полноценное. Как полноценное? А, наверное, так же было в 14 году на Парке Победы. Что? Ну, аварийное освещение в остальных вагонах. Да, там, наверное, вагоны были обесточены. Да. То есть прям полная темнота. Ну да, то что... А там же, кстати, это все, дело... оно отправляет коллекция. Вот, вопрос, а как часто будут проводить реконструкции? О! О, пошел. Реконструкции 15 мая на Соколке. Ну, каждый год это проводится. Вот, то есть можно ожидать... А если ты не пассажир, не будет? Показать жетончики. Есть жетончики, да. Жетончики есть. В принципе, вопрос.
Добро пожаловать! Добро пожаловать на Комсомольскую! Большое спасибо за такую интересную экскурсию. Да, большое спасибо вам. Всего хорошего. Всего хорошего. Ну что, поздравляю. Ну что, народ? Я даю Юго-Западный. Давай. Thank you.